Хозяйства республики посеяли более 200 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Аграрии наращивают темп работ, их призывают мобилизовать все имеющиеся ресурсы и завершить сев в максимально короткие сроки. Сегодня глава Чувашии ознакомился с ходом весенних полевых работ в Красночитайском и Маргаушском районах. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Весенняя страда в республике завершается. 9 муниципалитетов уже отчитались о проделанной работе. Еще 8 районов выполнили план на 90%. Если погода не преподнесет сюрпризов на этой неделе, то работы будут завершены полностью. Многие хозяйства республики уже завершили сев зерновых культур. Сразу в 20 районах аграрии приступили к посадке картофеля и овощей для корма скота. В сельхозкооперативе «Коминтерн» уже не первый год делают ставку на кукурузу. Здесь она всегда дает неплохие всходы. Нынешней весной этой культурой будет засеяно почти 300 гектаров. Постепенно в хозяйстве осваивают заброшенные земли. Зерновые почти завершили, но у нас есть почвы, которые еще не созрели до сих пор. Где-то 80 гектаров надо зерновые посеять еще, однолетние травы 200 гектаров. И кукурузу еще на площади 70 гектаров надо для силоса сеять. Там просто сами сейчас решили вывозку органики, внесение органики, работают механизаторы. А аграрии этого кооператива пока отстают от своих коллег. Работы здесь начались поздно из-за переизбытка влаги в почве. Председатель хозяйства рассказывает, что даже спахивать поля было непросто. Тут недалеко трактор застрял. Прямо на этом ровном месте первый раз дискование прошли. Начали, в общем, 25-го. Но в связи с тем, что земля влажная очень, поверхностной воды нынче много. И бросили, поехали на другое поле. Там тоже такая картина. Потом там гектар 20 сделали, опять на другое поле. В этом году вот на наших землях, к сожалению, такая ситуация. Но несмотря на такие ситуации, в хозяйстве рассчитывают на большой урожай. В прошлом году с одного гектара удалось получить более 22 центнеров. Причем аграрии даже не подпитывают почву удобрениями. Осенью после уборки на полях оставляют солому. Эту технологию позаимствовали у коллег из Пензенской области. Она оказалась эффективной. Солома разбрасывается на поле. Это считается как удобрение. Вот весной, когда дискатором сюда пройдем, у нас землей смешивается, потом культивация, потом посев. Это и влагу задерживает, земля резко не высыхает. Необходимо задуматься и о влагосберегающих технологиях, тем более, что этим летом предрекают засуху. Глава региона отметил, что сейчас отстающие хозяйства должны мобилизовать все ресурсы. Прогнозы на осень радужные. В этом году в республике намерены собрать большой урожай. Заканчиваем сейчас весенние полевые работы. Уже уход надо за посевами, вносить гербициды, вносить соответствующие пестициды против вредителей. И уже заготовку кормов надо начинать. Работают, засучив рукава, и строители в Маргаушском районе, вблизи села Тараево, сейчас прокладывают новую дорогу. В этом году подрядчики планируют реконструировать 6-километровый участок. Глава Чувашии отметил, что для местных жителей это очень важная дорога. Многие добираются по ней до районного центра. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.